Ребятки, всем привет, с вами Александр, у нас, короче, зимнее время, и у нас дракон корица, короче, да, корица, это то, что добавляет нас куда-то там в чай или еще куда-то, в общем-то, то, что укрепляет наш иммунитет. Вот такой вот у нас дракон корица, выглядит забавно, еще и с апельсинками, с шарфиком, да, вот, ну, в принципе, как раз то, что надо, ребятки. Размещаем ее вот сюда. И смотрим на пустоту. Очень классно. Ну, по крайней мере, мы знаем, где она. Так, атака у нее 64. Для эпика это, ну, слабовато. Слабовато, скажем так. Да. Стихии, огонь, вода, зелень. Ну, зелень неплохо, огонь тоже неплохо. Делаем скриншотик. И давайте будем ее кормить. Уровень так на 16. Та-дам! Вот такая вот у нас красотка корица. У нее вот эти рожки, как будто бы она какой-то не дракончик, а вроде как чертик. Так. Так. Истощающий запах корицы и цитрусов. Дракон корица любит встречать замерзших путников теплыми объятиями. Так, но не дайте пьянящему сладкому аромату вас обмануть, этот дракон крепко бьет в голову. Это вроде как не корица, а какой-то дракон спирт. Так, переименовать. Назовем ее Перчик. Будет у нас дракон Перчик. У нас такого же дракона, наверное, нет, Перчик. Ну, вот теперь у нас появился такой дракон Перчик. Да, вот такие вот у нас комбинашки. Мы получили нового дракона. Кстати, кто-то мне писал, откуда у меня два дракона корицы. Нет, у меня вроде как один дракон корица. Давайте это проверим. Ага, проверим. Очень проверим. По редкости. И водичка. Эпик. Ух ты, у нас такие же стихии, смотрите, 4 штуки. Ух, как много драконов с такими стихиями, смотрите. Вот, вот. Это у нас подсолнух. Это корица. Ну, видите, а корица у меня одна, так что не надо тут мне рассказывать. Зато агаушек у меня много. 22, 14, 15. 22 есть. Так, ну больше у нас таких нет, да? С такими стихиями эпиков. Ну да. Ну ничего, вот один, два, целых 3 дракона. Эти вообще абсолютно идентичные. Даже порядок стихий тот же. Так что, ребятки, нет, у меня всего лишь одна. Также у меня там стоит на выведении. Кто у меня тут стоит на выведении? Так, поставил дракона волк. Да, вот, да, дракона волк поставил за достижение 1000 кубков на колдовской арене. Кстати, сейчас мы туда зайдем, посмотрим, как там нас откатило, не откатило. Код дружбы 5B0F59, ребятки, добавляйтесь в друзья, пишите свои коды дружбы. Да, чтобы вот как бы отправлять помощь, помогать другим и получать некоторые призульки. Так, всем помогли, забираем теперь призы, у нас уже должно что-то оставаться. Да, вот у нас сколько лишнего, лишнего, так сказать, совсем чуть-чуть. Так, золотишко я уже везде собрал, ну да, практически. И давайте теперь мы... Ух ты, 4 условия мы даже какие-то выполнили. Готово, готово, готово. Готово, готово. 150 тысяч золота нам за это дали. Выполните задание клана 2. О, ну это, короче, надо же выполнить. Соберите жетоны в темнице. Вообще шикарно. Давайте мы как раз и выполним. Я подготовился для этого дела. Мне остался здесь последний бой. За него как раз, наверное, ну, дадут больше, чем 46. Помчались. Была пыль и не стала пыль. Кстати, мы можем выиграть дракона Кицуны, который у меня уже есть.
Это награда этого подземелья, так сказать. Живой. А, ну это ледяной камень был. Так, теперь атака номер два. Ну тут без проблем. Без проблем. Теперь еще с более усиленной осенью у нас все легко получается. Задание клана выполнено. Давайте откроем вот этот сундук. Ну такой, да, фиговенькая награда. Ну, монетки такое. Еда, монетки. Награда не ахтишная нам попалась. Так, и давайте теперь выполним второе задание клана. Это, допустим, соберите на рудниках. Это всегда, всегда самое простое. Один раз нажал и задание выполнил. А, то есть еще нужно его подтвердить. Это готово. Давайте и приступим к последнему нашему заданию. Приласкайте дракончика. Стимпанк. Да, такой. Mad Max среди драконов. Так. Бастет. Апекс. Кто понял, тот молодец. Темная материя. Так, вот прикольный дракончик. Не, не этот. Листик. Арбитр. Чихает, кашляет. Так. Вот, кстати, кицуне у нас тут находится. Жидкое пламя. Кицуне зовут у нас Кицуня. Да, кицуне зовут Кицуня. Это логично. И вот мы выполнили задание. Так, и какой пазлик нам тут дадут? Китайца? Ну да, это, по-моему, китайца. Отличненько, выполнили мы все задания с вами. Так, что у нас тут? Давайте на зомби-ученика посмотрим. Последний визит сейчас. Обучение завершено. Ваш ученик бросил обучение по вашей программе. Где такие находятся? Да. Так, колдовская арена. Сундук. Так, интересно, у нас уже меньше тысячи или тысяча есть? 973, ребятки, меньше тысячи. Давайте будем пытаться вернуть наши кубки. Ну, тут, в принципе, два боя, и все готово. Плюс 13. 59-й левел. Давайте зайдем, хотя бы посмотрим, что там такое. Блин, ну что-то, по-моему, так кто-то крепкий. Пятидесятый на все звезды. Ну, давайте попробуем. Ну, с одного удара. Дракон-единорог. Вот это ж надо было качнуть его так сильно. У него, кстати, две стихии, которые мне надо. Дракула живучий какой попался. Минус 13,9 миллионов жизней и победа. Б
Блин, 59-й левел. Так. Факел, выходи. Факел по имени Трабл. Ну, давайте глянем, если кто там, да почем. Нет, это что-то какие-то крепкие ребята. Не будем туда идти. 57-й. Вот сюда можно идти. Двадцать пятый. Здесь тот, что один будет самый сильный дракон, и все. 33-й. Прикольно, бамбук, и на нем спит панда. Она же его грызть-то будет. Пятьдесят четвертый. И 57-й на 2 звезды. Ну. Так, давайте тогда попробуем. Черт, но тут есть нельзя ошибаться, придется так делать. Если бы был еще какой-то сильный дракон, я бы попробовал без этого усиления пободаться с ним. Ха, ну мы, кстати, его отбили. $999. Ну, это прям... Захочешь, так не угадаешь. 56-й. 1000 кубков. Так, кто у нас там следующий по силе? Миха. Миха у нас следующий идет. Ну, давайте заглянем туда. Ну, здесь тоже, получается, будет один сильный дракон. Как люди доходят до таких кубков, имея всего лишь одного там какого-то сильного дракона? Или он просто в команде в защите стоит, только один сильный? Чё-то я не совсем понимаю. Так, это дракон нашего уровня. А почему он такой сильный? Он же вроде как там... Так. Вот это мы попали немножко. Я же следующего дракона не пройду. Да, да, ребятки, ух, блин, слились. Обидно получилось. У меня осталось только 8. 84, там мне нужно плюс 16 кого-то победить. Ну, давайте попробуем вот такого, что, блин, ну, плюс 60. Это интересно, как это можно затащить. Давайте еще, может, поищем. Плюс 15 мало, нам нужно плюс 16 хотя бы. Такие какие-то бешеные уровни. Ну, давайте тут посмотрим. Так, у нас осень, то есть зелень и темно-зелень. Ну, у нас вот такие вот есть усиления, в принципе. Это они нам позволят, конечно, что-то там пройти. Но давайте смотреть, какие там противники. 50-й.
Блин, ну он нас сейчас нам снимет сразу пол жизни. О, блин. Так, ну этого давайте еще так пройдем. Остается три дракона. Ну, мы, в принципе, проходим вроде как. Ну, тыщеночку свою мы получим за сегодня. И бананчик. Проскользнулся ты на бананчике. Упал, очнулся гипс. Корона В. С собачкой по имени Док. Так, ух ты, у нас какой-то сундук. Суперский. Не понял, почему сундук выглядел как-то классно, а награды попались какие-то простецкие. А, у нас божественный, видели, какой попался? И мы вернулись в пятую лигу. 1001 ночь, ребятки. Вот такой вот у нас попался количество кубочков такое вот. Так, ну 1400. Ну, награда здесь никакая. Награды в сундуке. Гарантированно отличный. У нас гарантированно хороший. А, я понял, это сундук просто в этой лиге такой красивый. То я привык к этим, к зеленым сундукам. Ну а здесь что? Чем они вообще отличаются? 1-5-1. 2-5. Странно. Почему награды в 5-15? Ну, как бы в целом здесь 1-5. 1-5 и 1-1. Здесь 2-5 и 1-2. Ну, такое себе. Такое себе, но дают больше вот этих очочков. Да, в принципе, в более высокой лиге, конечно, хорошо находиться. Очки вот эти вот собирать, потому что их все время мало. 12 тысяч. Они все у меня уходят на слияние. Ну, вот как бы вот сюда, например. Сколько нужно? Целых 8 штук. Ух ты. Ну так вот, 7 великолепных кусочков. И мы потратили там 8 тысяч практически. Вот так вот, ребята. Ну, на этом, в общем-то, все. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.